Сегодня мы говорим о втором сердце мужчины, о предстательной железе. Как выявить первые признаки воспаления простаты и не допустить более серьезных последствий, мы выясним с помощью этого пистолета. Запалення простати може призвести до еректильної дисфункції та навіть безпліддя. Перший та головний симптом – це послаблення струменю при сечовипусканні. Чи знають про це українські чоловіки? Опа, прикольно. А можете показати, яка у вас струя? Отлично. Если во время мочеиспускания, представим себе, струя не такая интенсивная, ну, о чем это может говорить? Мало выпил. Обмен веществ плохой. Обмен веществ плохой, то есть мало закусил. Можете продемонстрировать свою струю? Увереннее, не бойтесь. Да. А если вы видите, что она чуть-чуть становится слабее, прерывистее? Надо обратиться к урологу. Урологу. А как часто вы посещаете уролога? Не совсем часто, поскольку меня это как бы немножко не волнует. Не волнует? Да. На запалення передміхорової залози страждає кожен десятий чоловік. Це офіційні дані. Проте лише 10% чоловіків проходять огляд в уролога. Реальна кількість хворих невідома. У вас така струя? А ви знаєте, що це проблема? Вот, боюсь вас розстроїти, що це не здорово. Не здорово. Як з'ясувалося, уваги на власний струмінь сечі чоловіки не звертають. Покажіть, як ви можете видавати струю з водяного. Если взять ассоциативный ряд и представить себе, что такая струя идет при здоровом мочеиспускании. О чем говорит прерывистая струя? Или не сильно интенсивная? Или же с какими-то примесями, к примеру, крови? О чем это говорит? Негайно звернутися до уролога слід за наявності таких симптомів. Послаблення та уривчастість струменя сечі. Часті позиви до сечовипускання. Біль при сечовипусканні. Кров у сечі. Схоже, про симптоми захворювань простати чоловіки не знають нічого. Валерій вирішує почати з найпростіших питань. Скажіть, а що ви знаєте про простаті? Слава Богу, нічого. Ну, це що болезнь у мужчин буває. Заболевание. Заболевание. А мама как думает, что это? Предстательная железа, это мужское это заболевание. Это орган, да, мужское орган. Заболевание. Да, да. Так, орган или заболевание? Что ж такое простата? И чи має вона бути в здорового человека? Пока никто не дал правильный ответ. Ну, может, хотя бы расположение покажут правильно. Как вы думаете, что такое простата? Это орган или заболевание? Вообще-то это заболевание. Заболевание. Заболевание чего? Заболевание анала, практически. Простата – це залоза чоловічого організму, необхідна для вироблення секрету, який сприяє руху сперматозоїдів. Розташована нижче сечового міхура і має форму волоського горіха. Простатит – це запалення передміхорової залози, виникає в результаті потрапляння в неї інфекційних збудників з сечівника, сечового міхура або прямої кишки. Скажіть, будь ласка, можна вас? Як ви думаєте, що таке простата? Простата – это орган. Где он находится? Вот тут где-то, вот тут. Вот, тут, вот тут где-то. А для чего он нужен? Ну, чтобы был мужчина сексуальный. Простата – это заболевание или орган? Орган. А если она начинает вас беспокоить, к какому доктору нужно обратиться? К гинекологу. Где находится этот орган у женщины? В паху. Покажите, приклейте. Где-то вот тут. У жінок простати немає. Однак є так звані залози Скіна, розташовані на передній стінці піхви, запалення яких може спричинити симптоми, схожі з симптомами простатиту. Дівчатки, можна вас на хвилину? Якщо условно ось ця красненька, це ось простата, де вона має знаходитися? Приклейте, приклейте. Десь вот в этой... В районі бедра. Ну так, да, це в районі бедра. А это у мужчин или у женщины? У мужчин, конечно. А у женщин? Я думаю, это чуть повыше будет. Десь тут, да? Да, ага, ага, прекрасно. Ще майже 30 опитуваних пропонували не менш дивні варіанти розташування передміхорової залози. Оказывается, украинцы ничего не знают о простате. А зря. Ведь мужчины, которые ведут сидячий образ жизни, рано или поздно сталкиваются с заболеваниями этого органа. Менять ситуацию мы начнем с себя. И сейчас я иду к представителям самой сидячей профессии у нас на канале. Сколько времени вы проводите за рабочим столом?
среднем? 12 часов в день. 11. 11 часов в день. Это очень много. На самом деле, 6 часов – это уже много. И, конечно же, времени встать сделать гимнастику у вас нет. И желание тоже… Коротенькую разве что. Коротенькую. Это сбегать, взять кофе и вернуться обратно, по всей видимости. Сколько времени в день занимает работа? Часов 12-11. 12 часов – это, конечно, очень здорово, но это очень много. На самом деле, 6 часов – это предел. Причем эти 6 часов нужно перемежать с какими-то физическими упражнениями для того, чтобы не допускать застоя крови малого таза. Почему? Геморройно работать. Геморройно работать. Ну, каждому свое. Я думаю, это полезно. Это полезно. Потому что там простата. Там простата. Сколько лет вам, ребят? 26. 26? 24. 24? 30. 30. Как вы думаете, в вашем возрасте какой возможный процент того, что вы попадете в группу риска? Процентов 5. 5? Это половина. Половина. 50? Да. 30 лет – это 30%, 26 – это 26%, 24 года – 24%. Шанси розвитку захворювання збільшуються при малорухомому способі життя, сидячій роботі, перенесених венеричних та урологічних хворобах, переохолодженні. А какой процент того, что вы можете заболеть? Одним из трех заболеваний, связанных с специальной железой. Ну, процентов, наверное, 50. 50. 50 на 50. 50 на 50. Либо нет. 50 на 50. Итак, такое процентное соотношение того, что вы можете намек, заболеть. Да, я встану. Это намек на то, что нужно встать. Давай. Нужно встать, прийти к нам в клинику, где сегодня будет идти разговор о профилактике этих заболеваний и о том, как не допустить развития, как минимум, простатита.